Всем привет, друзья! Сегодня я буду готовить рис по-турецки. И для этого мне понадобится 200 грамм риса, 30 грамм вермишели, а также соль и растительное масло. Для начала в кастрюлю наливаем масло. Затем всыпаем вермишель. И все нужно перемешать. Вермишель обжариваем до золотистого цвета. Как только вермишель приобрела золотистый цвет, всыпаем рис. И все перемешиваем. Несколько минут рис и вермишель обжариваем на медленном огне, постоянно помешивая. Когда рис сменил цвет и он стал светлее, добавляем 2 стакана холодной воды. Солим рис по вкусу. Накрываем крышкой. И на самом медленном огне варим до полного приготовления. Рис по-турецки готов. Я его варила 20 минут. И обратите внимание, какой рис получился рассыпчатый. Это самый любимый гарнир русского народа в Турции. Я желаю всем приятного аппетита и до новых встреч!